Всем привет! Уже половина дня прошла. Я сегодня с утра приготовила уху из форели. Была большая кастрюля. Я приготовила на Кирилла с Крестюшкой и на нашу с Ульяновой семью. Поделила. И суп гороховый. Это уляхи. А сейчас хочу пойти посмотреть. Вчера детишки наши, я не ходила уже снимать, отмечали у меня в гараже день рождения. Конечно, насрали знатненько, но они старались убирать. Я утром пришла, так более или менее, но на полу там салат разбитый, чья стеклянная мисочка, не знаю, но, в общем, короче, приехали убирать. Что это за дырчок у нас второй день тут валяется? А похмел пати? Я говорю, похмел пати? Здрасте. Вот кто вот это сделал? Это вот этот дурачок вчера. А, я же говорю, это не кошка. Потому что так разбить это только человек мог. А так все чисто. Я пришла утром. Мама, у тебя коллекция пополнилась. Да, да. 800 рублей за сумку. А где веник? А, вот. Ну, это веником просто. И на лопату. Лопата где? Вот тут стояло все. А, ну я вижу, вы сюда все поубирали. Тут срачельник такой же, капец. Ужас тут, что творится. Ужас, они все сюда поприносили. Да. Чья-то вазочка, чья, не знаю, но... Ой, как тут душно. Вроде все открыла. Ну вот, для него постоянно тебе кастрюльки не надо. Что менялся? Кастрюля. И вот там. Собакам. А я говорю, тебе не мерзко? Говорит, нет. Вообще. Уль, помоги, а. Так, а когда я на Новый год у нас 12 на убирал? Вот так. Спасибо. А я полазь только помыла и все. Шаурма. Так, а вот это чье? Это наш. Угу. Ну, вот эта миска моя, это я знаю. Нет, вот это моя. А, вот это да. Ну хорошо, мне посуду не так надо вести хоть. И вон еще там. Ну, на одну меньше, это что же ваша, наверное? А где большая же осталась? Вот, вот, вот еще. На одну меньше. Так я зашла, вот это одна... Это просто салат кто-то кинул. Ну, вот он упал. Вот там одна стекляшка валялась. Капец. А ты это что, ковры чистили, что ли? Да, не одевали. Ой, боже. Никогда его не чищу. Ясно. Вот так вот я сделала, потому что горят мои цветочки. Такие, такая хорошая герань. Я наклеила защитную пленку. Теперь так в подъезде стало темновато, но уютно. И еще все лето впереди. Я думаю, что меня ругать не будут. Я думаю, бабушка Рая меня ругать не будет. Вот так. Еще сейчас пойду хочу сходить в магазин. Блин,
Вот никогда не умела я эти лестницы складывать. Я их так боюсь. Где она тут, блин, поднимается? А, вот здесь. Это. У нас здесь, извините за грохот, туговато, но пойду посмотрю этот кран ванную. Уже очень давно у меня течет кран. Я, естественно, сама его переставлю. Господи, что там его переставлять? 5 минут делов. Ой. Ничего так симпотно получилось. Да ладно, пейте. Вы взрослые уже. Мне просто сидит Димка. Ему уже 18 лет. Уже не имею права ему ничего указывать. Я и так-то не имею. Фух. Снимаю, пойду в магазин схожу, посмотрю кран на этот. Ванну? Ага. Да я сама в шоке. Уже достал мне, брат, течь. Сколько у нас уже. А здесь черные нитки? Наверное, есть. Откуда шли? Раз, когда будете, ага. Я вон окно закрыто поставила там. Ну, короче. Что-то у меня язык заплетается. Пойду посмотрю, сколько стоит. И есть ли вообще кран. И ключ. Боже, сейчас я буду искать эти ключи. Дети вчера все поскидывали. Блин, так страшно тут. Змей боюсь. Но прусь. Вот что лень матушка делает, да, ребята? Сейчас есть. Значит, куплю. Нет, значит, не куплю. Значит, еще потерпим. Это когда я уже куда выеду. Поэтому, когда спрашивают, почему у тебя кран течет. Ведь потому, что я купить новый нигде не могу. Так. Все, мне повезло. Был вот такой кран. Не знаю, как он хороший или нет. Но в каком смысле ничего для нигде не это. А. Но, правда, не было клапанного. У меня клапанный стоит. О, только вот такой. Это классно. Это вот я люблю. Гусак. Это... Длинный у нас покороче, вот да? Вот такой вот надо нам. О, еще даже это для душа. Да, у нас когда-то такой был. У нас там стоит вообще-то. Кто? Для душа, чтобы это не такое, это вот сверху вот сюда крепится, вот сюда. Да, вместо крана, типа? А вот сюда подсоединяется душ. Хорошая это. Ну, не знаю, насколько хороший. Кран вот он. Но много здесь режимов. Я даже не знаю. Ну, короче, средняя цена. Кто изготовитель? Непонятно. Написано на украинском и на русском. Непонятно. А, вот. Кстати, у тебя вчера 2 подписчика добавилось. А, нет, один. Короче, непонятно. Суп уже остыл. Можно убирать. А, нет, этот нет. Это суп. Дети уже мои приходили. Я им отлила. Забрали. Так, ну все. Будем делать. Блин, у меня там полная ванна всякой хрени. Стирала вода. Вот, видите, у меня... Все, сразу течь начинается со всех сторон. Вот это я, сколько я ее укрепляла, короче, все уже. Ему кирдык.
все, он течет уже давным-давно у нас. Размер подходящий. Все. Главное, вот на вот таких вот кранах, вот таких, которые сделаны тепляп, черти шо, да, вот эти вот тяжелые не покупать. Обязательно, иначе упадет вместе с трубой. У меня у мамы так, она все купила, дорогой, хороший. Ну, даже, наверное, не она, а папа. И вот его покупали, дорогой, хороший. И думаю, да что он у них постоянно в местах крепления вот здесь начинает течь. Я потом тоже дотянула, а потом говорю, мам, так он не выдерживает веса. Вот эти вот трубы самые пластиковые не выдерживают веса крана. И она начинает деформироваться. И я купила ей маленький, ну вот такой простой, легкий. Ну, это уже работает долго. А тогда был такой громоздкий, ну хороший же хотелось. Только такие громоздкие надо, только те, которые четко стоят, крепко. Ну все. Но я, наверное, сам процесс снимать не буду, конечно же, потому что ну, мне неудобно тыкать эту. Все, сейчас почищу ванну. Тут Ульяна, блин, со своими этими какими-то штуками. Вечно все валяется. Какие-то... Ой, господи. Ну, все. Потом покажу результат. Так, все у меня получилось. Ребята, очень качественный кран. То есть у меня не было заморочек ни с чем. Ну, в смысле, ни с чем. Резинка, резинка, хомка, ну и все. То есть не было у меня там тут резинки, все как надо поставила, не было заморочек там подтянуть, там затянуть. Ну, давайте. Ну вот, не течет он нигде. Вот такая эта прикольная. Неудобно одной рукой. Переключаем. Все течет. Единственное, сейчас у нас будет только заморочка разбавлять воду. У нас же был клапанный. Теперь вот это вот, ну, ничего, привыкнем. Очень такой, вы знаете, пластмассовый, но даже вот потек по-другому этот душ. Прикольно. Одинокая струйка. Душ Шарко. Ну, короче, класс. Все. А, я же этот... Ну, ванную мою тут. Кафель. Чем кафель побрызгала? Протестила ж я вот эту ерундушку. Вот это. Тут и жиры на гаранте, жир, но он у меня вот здесь оттер ржавчину, я не поняла, откуда у меня тут взялась. Ну, трубы старые, короче, все старое. Оттер. Здесь мне ржавчину оттер. Ну и вот здесь я терла щеткой. Сейчас. Вот такой вот. Ой, господи. Вот такой щеткой потерла. Неплохая, короче, вещь. Сейчас мне вот эту дрянь всю разобрать. Вот здесь заляпала все. Вот. Ну и все. И ванна. Моя старенькая-старенькая добрая ванна. Вот, Уля, вот гляньте, вот пустые пузырьки. Вот что стоят. Вот я сейчас тут чистила. Вот пусто. А вот попробуй, выкинь хоть один. Вот попробуй. Господи, столько крика будет. Куда дело, куда выкинула, зачем, а кто тебя просил. И все, и так стоит. Та-та-та-та-та. Пусть стоит. Моего тут он, вот это тоже ее шампунь. Моего тут раз, два, три и мыло. Все. Это все ее какие-то после бритья, какие-то скраб-маски. Это все ее. Моего тут ничего практически нет. У меня даже щетка зубная не здесь, она у меня в кухне. Я там зубы чищу. Так что вот так.
гонять этих собак, они залают, глянь. Бля, это кошмар, да? Давайте, дети, выгоняем их нахер. Тайну сюда. Да она, наверное, не будет. Я не знаю, будет она кусаться. Нет, я вообще не представляю. Не, ну это вообще охереть можно. Да выходи, глянь. Ника, он за тобой. А боится укусить. Ну, я бы тоже боялась. Все, выходим отсюда. О, следующий. Давай, пшт. Кыш, блядь. Ты и ты можешь уйти. Все, кышнули нахрен. Что у тебя такое на морде все время? Ужас, ужас. Так, все, свалили отсюда. Быстро. Идем гуляем в другое место. Все, до свидания. Целый день сидите. Все, вали. Тайна, сюда иди. Заколебали целый день. Иди отсюда. Уходи. Уходи. Бесполезно. Вот что это, моя собака, что ли? Уходи, говорю, уходи. Уходи отсюда. Тайна, гони их нахрен. Я своих собак выгулять не могу. Вы за своего же двора. Вот, пожалуйста, а моя что-нибудь собака сделает? Кипиш такой начнется, что это кирдык. Вот, бегают по улице. Потому что нет хозяина. А у моих собак есть хозяин. И все, он ответственный. Иди отсюда, говорю, уходи. Это бесполезно. Она наглая такая. Уже тайна не трогает, да? Ты что запуталась, придурашка? Ну, то все. Так, я пошла, мне надо у вас убираться. Распутайся для начала. Сказала, Уля, стекло зачем кинула сюда? Охренеть, сказала же по-человечески. Тут ходят собаки. Вообще. Да, девочка моя. Иди сюда. Все, день закончился. За моей спиной мой легендарный ковер. Раритет. День такой пролетел. Что-то делали, делали, делали. Господи, вот постоянно что-то делаешь, делаешь. Жизнь проходит, да? Ладно. Всем до следующего видео. Кстати, завтра праздник. Всех поздравляю с праздником. Завтра День России. Я очень люблю свою страну. Я патриот. Поздравляю всех. Всем самого хорошего. Здоровья всем. Самое главное. Остальное все приложится. Все, всем пока-пока. Я буду ложиться отдыхать. Я уже вот на постели сижу на своей. Все, всем пока. Ставим лайк. Подписываемся, рекомендуем. Пока.